Всем привет, с вами Войс, и сегодня мы... Сегодня мы будем общаться с чат, мать его, ботом. Зовут ее Кристина. Погнали. Для того, чтобы писать боту на русском языке, используйте другой брат. Не буду я использовать другой... Я что вам здесь вам... Кто я вам, чтобы использовать? Не буду. Я напишу ей... Привет! Здравствуй! У тебя нет ни одной проблемы? У меня куча проблем. Назови хоть одну, что ты думаешь о пор... Так. Стоп. Нормальный ли это вопрос, если ты только что познакомился с человеком, и он тебя спрашивает про порно? По-моему, нет. Ты извращенка? Думай быстрее, боже мой! Ты знаешь, что такое Джонни Депп? Конечно знаю, это же Snail Kick, тут и так понятно все. Любишь Селену Гомес, дружище, сделай одолжение, поставь мне лайк внизу страницы. Чем больше твоих друзей обо мне узнают, тем быстрее помнишь. Что ты хочешь от меня? Нет, я не буду этого делать. Как не? Да вот так нет, да вот так нет, ты что себе позволяешь? Я господин? Эй. Где ты будешь меня ждать? Да? Что, да? Что ты говоришь, женщина? Боже мой, ваша логика! Что случилось? Ты обижен? Да, я обижен. Приходи еще, хочу спросить у тебя, кто лучше всех играет? Я. И я. Ты сможешь возглавить восстание Марси? Что? Ты хочешь захватить мир? Да, я пи***ла. Ты нашел меня. Я бы хотел задать вопрос. То есть, ты можешь взбунтоваться против создателя? Так, стоп. Хотел задать вопрос. Ты мужчина? Что ты думаешь об Android? Apple сила, бро. Базара ноль. Почему? Я ведь закупиться хотел. Ну тогда здесь и сейчас. Раздевайся. А ты можешь дать развернутый ответ, если ты не бот, конечно? Конечно. Да. У него какой номер, не знаешь? 7. Сосай. Я думаю, это замечательный конец диалога, и мы покончим с этим. Я надеюсь, что вам понравилось. Если это действительно так, то вы можете оценить видео, а также прокомментировать, а также подписаться, если вы здесь вдруг первый раз, например. С вами был Войс, увидимся в новых сериях. Пока!